1973 году Борис Лахман представил свое изобретение – плиту ограждения ПО-2. Спустя год за нее он получит бронзовую медаль ВДНХ и денежную премию. Изначально знаменитый забор с ромбиками использовался только для промышленных и воинских объектов, но уже в 80-м году им стали ограждать железные дороги, свалки, небольшие фабрики, а также строительные объекты. Почему забор был именно с ромбиками? Такие технические выступы служат как отличная шумоизоляция, обеспечивают дополнительную механическую устойчивость, самоочищаются под проливным дождем, а также за счет игры теней ромбики добавляли креативности в дизайн.